Казахстанский боксер Геннадий Головкин в Лондоне встретился лицом к лицу со своим следующим соперником. Противостоять чемпиону мира по версиям WBA, IBO и WBC в среднем весе будет британец Мартин Мюррей. Поединок между боксерами состоится 21 февраля в Монако. Для боксера предстоящий бой станет 32-м на профессиональном ринге. На счету Геннадия 31 бой на профессиональном ринге и столько же побед. В 28 поединках наш земляк уходил с ринга досрочно. В активе британца оппонента 29 боев, одно поражение, одна ничья и 12 досрочных побед.